мы смотрим на изображение, которое в коллективном сознании соответствует созвездию жирафа. Noi guardiamo all'immagine che nella coscienza collettiva corrisponde all'immagine di giraffa. И когда мы смотрим на это изображение, мы видим, что части тела настолько гармоничны, гармонично по форме построены. E quando guardiamo all'immagine vediamo che le parti del corpo sono costruite in modo talmente armonioso secondo la loro forma. Вот стараемся, когда смотрим на созвездие, то, что Григорий Петрович говорит, что нам нужно найти, мы это видим как такое сияние, идущее от изображения, которое мы и чувствуем как гармонию, такую лаконичность, симметрию, какую-то очень такую божественную, ну вот высокую частоту, да, вот такую точность. А что нам нужно найти, простите, в смысле? Когда мы смотрим на изображение, да, на фиск, он говорит, вы видите, что части тела построены очень гармонично по форме, вот такую красоту внутреннюю, гармонию. И мы это видим, знаешь, как сияние идет от самого изображения. Гармония, вот это сияние, но мы его как вот резонансную волну чувствуем. Мы получаем от этого света вот эту гармонию, лаконичность, вот это высокая, как бы, как вот высокая частота вибрации, только очень, ну, божественная. Да и божество, опять повторю, лаконичность, гармоничность, но это мы должны видеть из созвездия, который свет идет, и чувствовать вот эти слова его, гармония, да, лаконичность, красота. E Grigorio Petrovich dice che quindi quando noi guardiamo questa costellazione vediamo che le parti del corpo sono in perfetta armonia e quindi questa armonia si percepisce come una specie di bagliore, come se questo essere vivente si illuminasse, quindi percepiamo interiormente questa armonia, la conicità e la bellezza, diciamo così, questa perfezione dell'armonia delle forme. Delle parti del corpo che stanno molto armoniosamente insieme. Мы начинаем смотреть, вот мы как смотрим, видим определенные, например, части тела, и вот на какую часть смотрим, она от нее идет как бы излучение света. E noi iniziamo a guardare e iniziamo a vedere le parti del corpo. E appena guardiamo, per esempio, una parte specifica del corpo, vediamo subito come questa parte del corpo inizia ad illuminarsi. Вот так устроено, вот мы на какую бы мы ни посмотрели часть тела созвездия жирафа, мы увидим вот это сияние, ну, которое, если посмотрим, куда оно идет, вот оно раскрывается сразу на весь образ. Вот от каждой части, как бы если отдельную часть смотреть, от нее свет раскрывается на все тело. Quindi noi guardiamo qualsiasi parte del corpo. Qualsiasi parte del corpo, quindi guardiamo, questa parte del corpo si illumina e poi questa luce si espande e l'intero corpo inizia ad illuminarsi. Però la luce parte da una parte specifica del corpo che stavamo guardando prima. Вот мы видим какие-то очень такие вот, находим гармонию, красоту каких-то частях, да? Но как только обращаем внимание на что-то, начинаем видеть вот это излучение гармонии, как это все, ну, красиво, благородно, мы увидим, что вот этот цвет, он как бы любой части тела, мы, например, вот эту рассматриваем, а он такой, что он создает этот цвет всего тела красивым, гармоничным и любую часть. Quindi noi guardiamo e vediamo l'armonia in una parte del corpo, però dopo vediamo per esempio che questa luce si espande e questa luce che si espande crea la parte armoniosa, la crea come armoniosa. Вот, обращаем внимание, да, на какую-то часть тела, на ее гармонию, на ее красоту, и видим, что она
создает все тело очень красивым и гармоничным. Per esempio, noi guardiamo a una parte del corpo specifica, vediamo la sua bellezza, la sua, diciamo così, armonia, e vediamo che questa parte del corpo ricrea anche l'intero corpo come corpo armonioso. Создает, это значит, от нее идет сияние, которое распространяется на все тело, вот воспроизводит. Свет какой-то части воспроизводит любую другую, тоже очень красиво и одновременно все тело. Quindi la luce di una parte del corpo riproduce quindi la luce di un'altra parte del corpo e allo stesso tempo dell'intero corpo. То есть мы видим, что форма частей тела настолько гармонично построена, что эта часть тела воспроизводит от этой красоты сама себя и все тело сразу. Quindi vediamo che la forma anche di una parte del corpo è talmente armoniosa che riesce a riprodurre la bellezza e anche l'armonia di tutte le altre parti del corpo e anche dell'intero corpo in generale. Вот уловив такую гармоничную форму, гармоничную линию, ее свет сразу воспроизводит любую другую часть этого тела и все тело. Quindi dopo che abbiamo percepito l'armonia, per esempio, di una linea, di una parte del corpo, percepiamo subito come la luce di questa armonia riproduce armoniosamente anche un'altra parte del corpo, oppure l'intero corpo. Мы видим, что вот части тела настолько друг к другу гармонично расположены. E così vediamo che le parti del corpo sono posizionate in perfetta armonia e questa armonia è talmente grande что части тела воспроизводят сами себя, друг друга, все тело за счет гармоничной динамики их расположения друг к другу. E vediamo che le parti del corpo riproducono uno l'altra grazie alla loro posizione dinamica, quindi alla loro, diciamo così, posizione armonica e dinamica. Sì. Настолько вот мы начинаем находить грациозность, да, и динамика, такая грация, которая мгновенно распространяется на любую другую часть, на все тело. Вот мы видим, что движение этого животного настолько грациозное, мы начинаем чувствовать грацию, да, как вот грация, мы ее почувствовали, не а это свет, который сразу воспроизвел все тело и вообще всю реальность вокруг. E guardando questo animale percepiamo la grazia e la bellezza in ogni suo movimento. In più vediamo, per esempio, che la grazia anche in una linea, in una parte del corpo, riproduce quasi immediatamente la grazia e anche la bellezza, l'armonia dell'intero corpo, oppure di qualsiasi altra parte del corpo. Quindi vediamo subito questa, diciamo così, vediamo subito questa armonia come una specie di luce, e vedendola in una parte vediamo come questa luce si espande subito, così è presente nell'intero corpo.